Всем привет! Итак, у нас продолжается ремонт. Новый пол в старом фонде. День 8. Сегодня закончили наконец-то работы по сантехнике. Вся чугунина была заменена на пластик. Сделаны два трапа, выход на унитаз, вытяжка. В общем, это позволило нам доделать до конца профлист и начать к уже покрытию пола керамзитом. Ну, давайте по порядку. Итак, как вы помните, здесь была чугунная труба. Заменена она на пластик. Сделан вывод на унитаз. Сделан спуск для раковины. И сделаны трапы. Один трап. И здесь будет второй трап. Весь пол мы покрыли до конца профлистом. Также дополнительно покрыли его слоем 200-й пленки. Сделано это, опять же, для перестраховки, дабы избежать возможных протечек вниз соседям на 4-й этаж. Потому что мы любим соседей и бережем их потолки. Также видите рассыпанные кучи керамзита. Сначала мы их рассыпаем, затем на них такой жидковатый раствор выливаем. Перемешиваем, получается некое подобие бетона, то есть керамзитобетон. И его уже равномерно распределяем. Но так как здесь у нас очень маленький слой, то будет выглядеть примерно вот так. То есть заполненными будут исключительно ячейки. Ну, может быть, местами будет там сантиметр над профлистом. После этого уже пойдет арматура, сетка и стяжка. Сначала сделаем одну половину квартиры, затем перенесем вещи на сделанную часть и продолжим на вторую часть. В кухне мы все подготовили к заливке стяжкой, то есть заложили трубы, сделали опалубку, под ней сделана кирпичная кладка до нужной высоты. Здесь в комнате также была постелена пленка, керамзит выровнен, после этого была положена кладочная сетка с ячейкой 10, были прокинуты арматура шестерка, все это было связано, плюс арматура 12 у нас заведена в стены. То есть мы сверлим стены и заводим туда арматуру. Это дополнительное усиление, чтобы снять нагрузку непосредственно с балок, а перенести все на несущие конструкции. Также уже сделаны маяки, два маячка, по которому мы завтра зальем это помещение уже стяжкой. Вот, собственно, все. Небольшие у нас проволочки с соседями. Вчерашняя история получила неожиданный поворот. Несмотря на то, что возмущение высказал сосед снизу, ну, он не пошел никуда жаловаться. А вот соседи напротив оказались, я даже не знаю, как это назвать, но подали какую-то жалобу, не знаю, возможно, по 004, возможно, в управляющую компанию. В общем, сейчас пришло какое-то предписание заказчику. Возможно, работы на некоторое время мы приостановим. При этом у заказчика есть проект. Ну, надеюсь, все обойдется. Мы в любом случае будем делать керамзит, сетку, а вот именно заливку стяжкой после отмашки заказчика. На этом все. Всем привет. Спасибо за внимание.